Уникальные кадры торнадо запечатлел житель австралийского штата Новый Уэльс. Шквалистый ветер, скорость которого достигала 80 км в час, рвал электропровода, валил столбы и срывал крыши. Прямым попаданием крупного обломка была выведена из строя подстанция, в результате чего без света остались сотни домов. Позже ветер сменил проливной дождь, сопровождавшийся градом. Буквально за несколько минут окрестности города Лисмар окрасились в белый цвет.